В Караганде появилось дерево имени первого казахского космонавта. Молоденькая сосна, посаженная руками Тохтарова Бакирова, будет расти на площади Гагарина. Шахтерскую столицу наш выдающийся земляк посетил в преддверии празднования Международного дня космонавтики. Сергей Высокосов знает подробности. На площади Гагарина собрались карагандинцы, чтобы поприветствовать легенду Казахстана. Человека, который всю свою жизнь посвятил авиации, космосу и родной стране. Слова молодых авиаторов, последователей Тохтара Абубакирова, прозвучали как клятва. Находясь на страже нашей независимости и выполняя боевые задачи по защите воздушных рубежей, с достоинством и честью будем продолжать и приумножать славные боевые традиции авиаторов, воинов-фронтовиков во имя процветания нашей Родины. Парадно чеканя шаг перед ветеранами прошли воины карагандинского гарнизона, молодые кадеты, решившие посвятить свою жизнь защите Отечества, и совсем юные школьники и школьницы, у которых выбор жизненного пути еще впереди. Главное, у них есть с кого брать пример. Традиционно, чтобы оставить после себя память, Тохтар Абубакиров посадил персональное дерево в аллее перед памятником Юрию Гагарину. Свое первое дерево он посадил на Байконуре. Чтобы сосенка прижилась, Тохтар обратился с шутливым призывом к карагандинцам. Чтоб каждый карагандинец, запомните, сюда, значит, когда свободное время есть, пришли и полили. А больше всего молодым хотелось узнать, а какая она земля из космоса? Краски земли передать фотографии даже не мог. Настолько она многообразна. Единственное, не с космоса, из космоса видно, что человек за свое 10,5 тысяч лет эксплуатации Земли, он немножко Землей обращается неправильно. По мнению Тохтара Абубакирова, День космонавтики надо отмечать грандиозно и по всей стране. Космонавтики так или иначе причастен каждый, кто живет на древней земле Казахстана. С этой земли, с нашей земли, с земли Казахстана, впервые в небо вышел первый спутник Земли. Это был 57-й. В 61-м году человек, посланец Земли, вышел в космос. Юрий Алексеевич Гагарин, который вот здесь вот у нас увековечен. Почему люди тянутся к звездам? Может быть, мы рождены там, среди них? Но об этом еще долго будут спорить ученые. Пока космос нам нужен как расширение своего жизненного пространства. И быть первым в плеяде первых космонавтов почетно, но и очень ответственно. За Юрием Гагариным, первым человеком, полетевшим в космос, были еще первые. А затем был первый полет женщины-космонавта Валентины Терешковой. И Караганда еще не единожды встречала космонавта, ставшая космической гаванью. Тохтар Абубакиров настолько был влюблен в профессию летчика, летчика-испытателя, что дважды отказывался от предложения лететь в космос. Дела земные были важнее. Он работал над программой противовоздушной обороны. Разрабатывался новый МиГ. Только в третий раз он понял, что больше тянуть нельзя. Вот тогда, когда уже было сказано «во имя народа», я во имя чего я вообще живу? Жил всю жизнь. Во имя народа. Я всегда, где бы я ни был, я всегда думал, чтобы не опозорить свою нацию. Чтобы, не дай Бог сказать, что казахи не могут летать, казахи не могут быть инженерами, казахи не могут быть так созидателями. Чтобы этого не было, я везде был немножечко, хоть на точечку, но выше. Когда среди народа есть такие люди, как Тохтар Абубакиров, не надо доказывать, что народ могуч. Когда есть общая идея, то любая задача может быть решена. Пример перед вами. Сергей Высокосов, первый карагандинский.